Ребята, кстати, вот специально зашел в АТБ, чтобы посмотреть на вот эти вот контейнера. Ну, они тут просто больше даже есть, это вид, ассортимент. Апельсин, арбуз и вот еще есть лимон. Они такие вместительные. Еще вот, вот там есть ложка, точнее вот с этой стороны есть ложка, а с другой стороны вилка и ложка. Очень интересно придумали. Молодцы. Мне нравятся и апельсины, и арбуз интересны. Это не наклейка, не сотрется. Ничего, не может не переживать. Вот такой нормальный. Специально зашел, чтобы снимать. И вот эта сушилка тоже можно использовать как и для фруктов, для овощей. Можно использовать как посушить ваши эти тарелки, стаканы. Потому что если ложите, кладете на этот, на полотенце, то оно задыхается стаками. А вот так вот нормально. На сушилку вот на эти. Хорошая вот эта вот штучка просто. Тоже разные цвета есть. Мята, белый и розовый. И вот эти для тортиков тоже хорошие. Но пластик, если будете на этом торт резать, то не знаю просто. Оно тут открывается хорошо, держится. Вот такая крышка. Ручка такая в виде бабочки. Но это пластик, оно быстро испортится. В принципе, не знаю. Тоже в разных цветах. Вот такие интересные. Кукла Маша, кукла Даша и свинка Аринка. Гляньте, какая свинка. А, не хрюкает? Она должна хрюкать. Не хрюкает. Еще вот такой набор нашел. Емкости большой. А средний и маленький. Три набора в виде таких медвежат для детей. И вот эти вот формы для теста тоже. Кстати, ребята, сколько они стоят? 17,90. Тоже бюджет, бюджетная цена. В виде цветочка сколько тут? Раз, два, три, четыре, пять. Пять штук. И вот такой, такие в виде сердечек тоже. Пять штук. 17,90. Нормально. Ребята, всем огромный привет. Прям такой, знаете, не выходя из магазина, обзор продуктов из Новуса. Я прям стою возле Новуса. Немножко другой формат. Хотел снимать в магазине, но потом подумал, я не буду, наверное, снимать, потому что очень-очень жарко. Взял вот такой салат. Буду делать салат, микс-салат. Уже готовый и помытый. Взял со скидкой. Короче, я все, почти все взял со скидкой 60%. Вот такой салат мне получился на 11 гривен. А здесь у нас сколько? 180 грамм. Я буду цену говорить. Сейчас я достану свой чек. Буду говорить вам цену со скидкой. Со скидкой. Вот мой чек большой. Сейчас вам еще покажу, что я еще прикупил. Потому что... так, да, буду говорить вам цену со скидками. Так, дальше. Потом взял вот такой салат Белиссимо. Тоже со скидкой он получился по 8 гривен. А тут у нас, кажется, чуть меньше грамм, если я не считаю. Да, тут 150 грамм в упаковке. Дальше взял 4 упаковки банана. Короче, бананы там плюс-минус по 15 гривен пакет получается. По 40% бананы все получились. Ну вот сколько, считайте. Вот, ой, здесь даже... А, по 30 гривен. Ой, простите. По, да, правильно, почти килограмм по 15 гривен, плюс-минус 16 гривен за пакет. Вот килограмм, 900 грамм на 32 гривны, 40% скидка, вот так, приблизительно на 15-16 гривен. 1-2 пакет, второй пакет. Я буду делать нутрибуллет, опять буду делать эти свои коктейли. Мне очень понравилось с арахисовой пастой делать коктейли. Взял одну... вот такой крымский, не помню, по 50 с чем-то, по 54, кажется. Вот такой взял лук один, потом взял два огурчика, так, эту маску положу, чтобы она мне не мешала, два огурчика взял, тоже на салат. Взял вот такую фету, моцареллу, точнее, ой, тоже со скидкой, вот она по 43 гривны, здесь цена написана, минус 60, сколько это получается, даже чуть меньше, чем 20 гривен. Моцарелка. Это тоже я взял к салату. Буду делать очень вкусный салат. Наверное, вам покажу
рецепт своего вкусного салата, своего кулинарного шедевра, как я говорю. Так, это у нас зеленый лук и петрушка сушеная по 7 гривен, они без акции. Ой, сейчас положу, чтобы не потерять. Так, дальше взял кефир со скидкой 60%, одну упаковку. Потом взял кефир, вторую упаковку, тоже 60%. Сейчас я вам скажу цену. Так, один получился по 10 гривен, потому что 1%, а второй получился по 12 гривен, потому что 2,5%. Так, взял к своему нутрибулету вот такое миндальное, рисово-миндальное, не молоко, со скидкой 60%. Оно получилось где-то, так, оно стоило 50, минус 60, сколько там, ну, 20, да, где-то так получилось. 20 гривен, вот такое миндальное, не молоко. Так, это я взял ряженку, очень люблю ряженку. Сегодня, ребята, нажарю картошки и буду с ряженкой. Я очень люблю ряженку с жареной картошки, это мое вкусняшка. Ряженка получилась, 20 гривен получилась ряженка. И, друзья, взял две упаковки творога, вот такого большого. Творог подорожал, 9%. Тоже со скидкой 60%, одну упаковку и вторую упаковку. Он получился по 63 гривны. И еще взял вот такую штучку, сейчас я вам покажу. Это такой рулетик вкусный. Может, я вам покажу дома, как я буду его разогревать. Это рулет, свиный рулет с грецким орехом. Тоже со скидкой 60%, он получился на 120 гривен, очень вкусный. Так, еще я взял, не буду из рюкзака вытягивать, я зашел в Еву, взял вот такие салфетки, они получились со скидкой 50%. А так они стоят 30, я взял их за 15%, здесь 100 штук мокрые салфетки. Ребята, акция в Еве на Лакалут, взял 3 упаковки, по 46 гривен мне получился Лакалут Актив. И что я еще взял? А, это все в Еве. В ВТБ взял сырочки, разные сырки взял. Ну, знаете, да? Вот маска мне мешает, сейчас я кину ее в этот. Сырки, обыкновенные сырки по 8 гривен. Вот такие, золотой резерв. Там раз с разным вкусом. И взял арахисовую пасту, ребята. Я ее брал без акции, но в этот раз я взял с акции ВТБшки 350 грамм за 50 гривен. Буду делать нутрибулеты. И, конечно же, взял журналы ВТБшки. Я буду делать обзоры. Вот такие мои покупки на сегодняшний день, друзья. Ставьте мне большие-большие лайки. Я вам буду очень благодарен. Всем хорошего настроения. Всем пока-пока.